На кирхе немецкой представляет опасность для тех людей, которые посещают, бывают туристы, для детей, которые там постоянно находятся. Поэтому было обращение и во время приема главы администрации Энгельсского муниципального района Куликова, тоже жителей, просьбы посмотреть и, возможно, изучить вопрос, чтобы или укрепить, или снять его, чтобы он не представлял опасности для детей. Вопрос возник, по-моему, в самой первой ситуации. Мы с вами должны договориться сегодня о том, чтобы сохранить это, и чтобы ей пользовались все, и люди, которые приезжают сюда, чтобы посмотреть на это. И те люди, которые живут здесь, и мы здесь вам, тоже готовы помогать в этом. Да, действительно, администрация не снимает с себя обязанности, как вы сказали. Если есть опасность обрушения или чего-то, вы должны поставить ограждение, предупреждение. То, что уже пишут немцы с Германии, они здесь жили, жили в Раскатове, и здесь кино снимали, здесь люди приезжают на машинах, смотрят. Она у нас, вы понимаете, это наша святыня, святыня наша. Как ее можно убрать, этот колокол? Он нам сам пригодится. Почему мы его должны в Марс отдать, почему мы его... Мы сами, может, сделаем это все. Не за один год, может, за 5 лет. Ну, огородить клички не может быть, к весне там что-то придумаем, огородим.